Банде Гуру Пададвандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жанна Самаюктам Винда Банам Манохарам Ванша Калпатару Ваша Кипа Синду Бевача Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирам Ядкипатамхам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесвасвача Сна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай Шанкиртане Кришна като упадеш Гаврия патрашо пракаса неча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод баранно Дхейям сада парибабагнам авиштадоухам Тетас падам сива виранчанутам сараньям Бхитатихам панатопал бхавадипутам Банде махапурушате чарна арвиндам Ят пада паллаванака чандамани чатая Биспуриджитакма вигаводушвадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти сарадикамай када кипам карвоси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади гаура бхакта винда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади гаура бхакта винда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Санкетанай капитару камала йотакшо. Вишам баро дижа баро жугодхарма пало банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сураир Вандито Дивва Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно прияманаṅга мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Бхаги саджасва бадане Лакшмир жасва ча вакшаси Ясьясти хидай самбихит Твам нишинна махам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аса Махо Чарана Рену Джуса Махам Сам Бриндаване кима пигулумалата садинам Джадустаджа саджанама джапатанчахитва
Бхеджу Мукунда Падабим Шутивим Бимигам Асамо Чаранарину Джушамахамсам Бриндаване Кимапи Гулмалатау Шадхинам Джадустаджа Саджанамаджа Патанчахитва Бхеджу Мукунда Падабим Шутивим Бимигам Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Jagadguru told to serve those Brajavasis, those who are feeling strong separation from Krishna, it is our duty to serve them. Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Джагадгуру сказал, что служить тем Матхур Вираха Враджаваси. Это наша наивысшая цель, те, кто чувствует разлуку с Кришной. На самом деле, Шрила Прабхупад говорит, исполнять указания моего Парамахамса Гурудева. Ради этого я готов отправиться в ад по его указанию. Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру говорит, что он даже готов отправиться в ад по указанию своего Гурудева, чтобы утвердить Сиддханту Вичар и своего Гурудева, и чтобы следовать ему. Это очень редко, что если весь мир очень редко кто может понять глубины значения Кришна Према, Гопи Према. Это очень и очень редко. Весь мир можно обыскать, и мало кого можно найти, кто может понять внутреннее значение Кришна Лилы. Гурупад Падма говорит, что мы можем сказать о Кришна Катхе. Мы можем запомнить какие-то шлоки, говорить их на публике, чтобы как-то прославиться. Но по-настоящему невозможно говорить о Кришне. Шрила Прабхупад говорит, я был очень строг, чтобы утвердить всю Гауди Сиддханту. I was bound to put you in trouble to allow you to do actual Haribhajan. I was bound to give you pain, совершать настоящий Харибаджан. Может, я кому-то приносил какую-то боль, какие-то неудобства с тем, что пытался вдохновить вас совершать настоящий Харибаджан. Иногда, в один день, вы поймете, что я не ваш враг. И под именем проповеди в один день вы поймете, что под именем проповеди Кришна Катхи Сиддханты Гауранги мы обмануты. В какой-то день мы можем это понять. Мы не хотим говорить о себе как о проповедниках, поскольку мы знаем, это ответственность Нитянанды. Проповедь, она полностью находится в ответственности Нитянанды. Шрила Гаур-кишор-дас Бабаджи Махарадж никогда не хотел как-то показать себя на публике, не выставлял себя великим вайшнавом, но все же по желанию Нитянанды все Сиддханта, Вичар,
Гур Кишордас Бабаджи Махараджи. Весь мир он знает Гур Кишордас Бабаджи Махараджи. И также такой же случай с Рупой Санатаной, с Джива Госвами Падой. Они никогда не пытались выставить себя вайшнавами. Да, и в случае Шилы Бхактивинода Тхакура, смотрите, он великий преданный личный спутник Гуранги Махапрабху. Не только это. Также мы можем видеть, что он был этим местным губернатором, и он был первый, кто распространил Гуранга Катху, Гора Сиданту на различных языках. Но все равно мы видим, когда Шрила Бхактивинод Тхакур обнаружил, что весь мир он такой пассивный, он, несмотря на свои великие усилия, и вот Шрила Бхактивинод Тхакур пытался утвердить Татва Сиданту. Он учил усилия, прилагал к этому, писал статьи, книги, выступал с лекциями, писал киртаны. Но вскоре он увидел, что люди, они, многие люди, они не заинтересованы в этом. И Шрила Бхактивинод Тхакур отправился в Пури к Джаганнатху и сказал Господу: «Господь, что я могу сделать? Я пытаюсь, прилагаю свои лучшие усилия, и почему люди не заинтересованы слушать Харикатху? Почему?» И Джаганнат явился к нему во сне, и Гуранга явился к нему во сне и сказал: «На самом деле это Кали-юга, никто не хочет принять, и поэтому ты можешь прийти в Пурушоттам Даму, в Нилачала, и рядом с Баджан Кутиром Харидас Тхакура начни харинам, никто не может, мало-мало кто может принять это учение в Кали-югу. И вот Бхактивинод Тхакура приехал туда, он не говорил Харикатху другим людям, просто сидел в этом Баджан Кутире и повторял харинам ради блага всех. И таким образом мы не можем начать какую-то рекламу, как другие общества. Мы должны зависеть только от Нитянанды. Если Нитянанда Прабху желает, то тогда даже после моей смерти эта абсолютная истина будет проповедоваться. Я уверен в этом. И поэтому я не делаю что-то на показ. И я уверен, та проповедь, которая происходит сейчас, если люди в течение тысячи рождений будут следовать тому, что проповедуется сейчас, то не то, что Кришна прямо не получит, но и никакого должного представления об абсолютной истине. Я, сидя на Вьясасане, с полной уверенностью заявляю это. Но я не хочу ни с кем спорить. Я хочу следовать процедуре Бхагавана Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он проповедовал Харикатху, Харинам. И вот он повторял святые имена ради блага всех. И Шридхар Госвами Махарадж, он никогда не пытался выставить себя как великого проповедника. Но мы знаем Сиддханта Прабхупады в том, что Шридхар Госвами Махарадж, он лучший из проповедников в нашем Гауди, в вайшнавском обществе. Верим мы в это или не верим, но это слова Шрилы Прабхупады. У нас должна быть вера в лотосные стопы Нитьянанды. И вскоре, сегодня или завтра, вы поймете, о чем я говорю. Какие-то люди считают меня врагом, но в будущем, я надеюсь, они поймут то, что я желаю им только блага. И вот, видя такую ситуацию, Нарутам Таку, он явил Лилу, Лилу болезни. Мы пытаемся сделать лучше. У нас ничего нет. Мы не хотим никакой пенсии. И вот пускай люди делают все, что хотят. И смотрите, Удав, он был послан Кришной. Я уже сказал, какова скрытая причина
сокровенная причина в том, что это сокровенная гопи-према, абсолютная према. Эта гопи-према, она может быть ведуема среди общества. А Кришна ушел, смотрите, 550 лет назад, но все же сейчас, смотрите, сколько людей могут понять что-то о Радха-преме, Кришна-преме. Если Кришна пытался проповедовать 5000 лет назад, Гауранга Махапрабху совсем недавно, то что мы можем сделать? И вот Бхагаван Шри Кришна хотел проповедовать эту гопи-прему среди обычных людей, чтобы у них какое-то осознание появилось, как, что же есть величайшая удача, величайшая благость ждет нас. Может, они смогут понять что-то. И вот можно вспомнить, я в тот день говорил, даже в уме, что говорить физически, даже в уме мы не можем имитировать. И в тот день, пару дней назад я говорил, разумные, те, кто по-настоящему разумные в духовном плане, они должны следовать наставлениям Бхагавана Шри Кришны, а не следовать тому, что они делают. И вот наставление в том, и вот это наставление Парамхамса Ачарьи Шукадева Госвами. Он дает нам такое наставление, что мы никогда не должны пытаться имитировать Кришну. Те, кто Ишвара, Парамешвара, Кришна, мы не должны имитировать их или имитировать Шанкара Бхагавана. Мы должны следовать их наставлениям. Кто-то может возмущаться, почему. Мы уже знаем Сиддханту, то, что они должны следовать. Вот в одной Сиддханте говорится то, что мы должны следовать тому, чему они следуют. Но по желанию Шри Кришны иногда случается, что за пределами наших человеческих представлений, почему и как это делается, Кришна Бхагаван, Он совершает свои лилы, мы не можем понять внутреннее значение расалилы. Но если мы посмотрим наше читание Махапрабху, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху явился, в этом причина. Бхагаван Шри Кришна явился в форме Шри Чайтанья Махапрабху только по этой причине, что люди не могут понять, что я делаю, они превратно понимают. И поэтому Гауранга Махапрабху явился, чтобы объяснить эту лилу, почему люди думают, что Кришна является лилой с какими-то женщинами, но это не простые женщины, это лучшие из муни, из Парамахамс, они просто приняли форму гопи, чтобы участвовать в лилах Кришны. И это тоже одна из причин. И в тот день я объяснял, и вот мы не можем имитировать Шанкара Бхагавана, чтобы пить яд, даже капля яда на нас убьет. Мы не можем держать Гирираджа. Бхагаван Шри Кришна, Он дает наставление, которое мы не можем понять, мы сравниваем их со своей собственной жизнью, но Бхагаван вынужден делать это, и есть сокровенные причины этому. Я объяснял их, и в тот день я говорил, то, что гопи, они сварупшакти Бхагавана. Я уже сказал, что не сварупшакти, не необычные женщины, я с различных точек зрения хотел объяснить это, и вот гопи,
они из-за своего смирения, из-за такого сердца полного боли говорят, какова же причина, по которой Бхагаван Шри Кришна Он послал тебя во Врадж. Я объяснял. Иначе, зачем же он? Просто чтобы узнать, как поживают твои родители. Я думаю, мы думаем, что Кришна только ради этого послал. Мы думаем, что и сейчас этот Кришна, он царь династии Яду, а мы простые пастушки, зачем же ему помнить нас? И мы не помним никакой причины, ради которой он мог бы прийти сюда. Мы думаем только... Бхартеха прешитаха притур бхаван приочикирсая. We think actually for father and mother. Мы думаем только ради отца и матери. Он послал тебя, иначе он сейчас занимает большой пост, не может лично прийти. Ему стыдно. И также это не совсем уважительно к нам. Лучше, если бы он пришел сам. Поскольку если его отец и мать умрут от разлуки с ним, то все узнают, что он очень жесткосердечен. И даже несмотря на такое плачевное положение своих родителей, даже сам не пришел, чтобы утешить их, а послал кого-то. Мы не можем найти ничего важного, ради чего Кришна может подумать что-то вот в Раджадаме, ну, в смысле, плохого что-то. И те, кто возвышенные личности, Риши Муни, Саньяси, в каком-то комментарии Садхугуру Саньяси, вот эта шлока, вот эти слова говорятся. Те, кто Муни Риши, те, кто приняли Саньясу, даже это не... Они тоже иногда не могут забыть о своих родителях. Саньяси тоже можно иногда наблюдать, они тоже. Даже они не забывают своих родителей. Это такая связь с родителями, что даже Муни Риши и Саньяси, они тоже не забывают своих родителей. Все другие отношения родственные, которые мы развиваем со своими коллегами, друзьями, еще кем-то, они не столь близки. Какая-то дружба у нас есть с соседями, коллегами, одноклассниками и прочими с людьми по интересам каким-то, но они не столь сильны, как отношения с родителями. И вот в Раджа-гопи говорят, если есть вообще какие-то отношения с кем-то, которые могут люди развить, то они, как правило, развиваются на основе какой-то корысти. И вот гопи говорят, и вот пока у нас есть какие-то корыстные интересы, до тех пор мы... After that person interest, why, who is going to remember? Forget.
Я могу пример привести данной гопи. Это достаточно давно я говорил, что с Гуру Падпадмой, так называемые преданные, мы должны проявлять Гуру Прити, любовь, заботу к Гуру Дева. И пока мы, Шрила Прабхупад говорит, пока мы способны, пока у нас есть какой-то корыстный интерес в служении Гуру Дева, то до тех пор мы совершаем Гуру Севу на показ. Но и можно видеть, что если люди, которые вроде служат какому-то Гуру Деву, но их корыстные интересы не исполняются, они сразу же оставляют такое служение. Я говорил, что так называемый ученик начинает сначала не сотрудничество такое, сначала она отказывается как-то сотрудничать с Гурудевом, потом с Гурудевом, потом в конкуренцию входит, потом начинает открыто выступать против Гурудева. И что же делать в этом случае? Иногда естественно происходит, если есть какие-то корыстные интересы у кого-то, они их ставят превыше служения Гурудеву. И вот люди пока ставят свои корыстные интересы выше служения Гурудева. То что же делать в этом случае? Люди часто больше выражают такую корыстную мотивацию, то есть служит Гурудеву не ради Кришны, не ради его удовлетворения, а ради достижения своих корыстных целей. Весь мир однажды может осознать, как мы попали в какую-то ловушку. Мало кто хочет говорить об абсолютной истине, многие хотят просто. Прославиться или еще получить какие-то простые материальные вещи. И вот те враджа-гопи из-за огромного чувства огромного чувства к разлуке с Кришной, они говорят. И гопи говорят. Любая дружба на основе какой-то корысти, она не может долго длиться. И вот пример Пумби. Like those men, there is a dirty man, bad guy. They are going to keep relations with some beautiful woman. Как некоторые мужчины заводят отношения с какими-то девушками не без всякой любви, а с каким-то корыстным интересом, чтобы наслаждаться ими, и делают на показ, показывают какие-то любовные чувства. Как я говорил в тот день. Пурава был обманут Урваши. Когда Пурава обнаружил, он обнаружил, что я обманут, что я полностью обманут. И в тот день, когда он обнаружил, что он обманут, с помощью этой Урваши. Он был удивлен.
Он был шокирован иногда весь мир, как какой-то день весь мир может обнаружить, что он обманут, что шел в неправильном направлении, но в какой-то день люди по желанию Нитянанды поймут это. И вот Пурнава, сейчас он обнаружил себя, что он беспомощен. Я потерял все, всю силу, все уважение, все ушло. Я был великим царем, наслаждался этим царством своим, но сейчас я подобен нищему и не гопи. Из-за огромной любви они говорят не то, что какие-то материальные люди, нет, они из-за огромного чувства к Кришне, они говорят так. И вот гопи говорят, как этот кумхи, те люди, которые заводят отношения с девушками до тех пор, пока они прекрасны. А если женщина стареет, как-то становится такой некрасивой уже, то они такие отношения прерывают. Даже на пути преданности можно наблюдать. Какие-то ачари, например, заводят отношения с какими-то такими бесстыжими, не беспринципными, плохими людьми вообще. Ну, такая ситуация, к сожалению, на пути Баджана. Нам не нужно пытаться искать какие-то испражнения, какие-то люди не... Мы не должны пытаться искать испражнения. Если мы пытаемся их искать, то тогда то все плохие вещи, они все придут. То есть если к испражнению не прикасаться, то мы не сквернимся ими. Если у нас есть любовь к Нитянанде, если мы хотим узнать что-то об абсолютной истине, то по милости Гуру Вайшнавов это станет истиной, как вас Гош, он плачет и молится Шри Чайтанья Махапрабху. Васу Гош, он личный спутник Гуранги Махапрабху. И вот Васу Гош, он плакал, он молился Господу: Господь, пожалуйста, спаси тех обусловленных душ, я не могу терпеть. Если ты хочешь, то отдай их плоды кармы, их все плоды кармы мне, я буду страдать вместо их. Ну, пожалуйста, спаси их. Это настроение чистого вайшнава. Чистый вайшнав никогда не думает о имени, славе, постройке множества храмов и всего остального. Они хотят открыть храм в каждом сердце, а не построить что-то снаружи. Шрила Прабхупад хотел открыть читание мат в сердце каждой души. Рунтидев из Бхагаватам я могу рассказать в один день. Можно плакать среди его настроения. Рунтидев очень сильно страдал, ему нечего было есть, пить. Он так страдал и плакал ради обусловленных душ. Из его примера, из Бхагаватам, он достиг успеха. Он осознал присутствие Параматмы Бхагавана в каждом сердце. И он служил всем обусловленным душам с таким настроением, что Кришна находится в каждом сердце. И с таким осознанием. Но ошибка была совершена Бхаратом. There was a mistake done by that, you know, great devotee,
был великий преданный. Бхарат. Бхарат. Бхарат Махарадж. Бхарат Махарадж. Бхарат Махарадж, несмотря на то, что он был великий преданный, но он совершил одну ошибку. Он совершал баджан с великим энтузиазмом, практически достиг успеха. Но смотрите, думаем, что мы совершаем баджан, повторяем харинам, но если Нитянанда хочет проповедовать, поскольку вся ответственность за проповедь дана Нитянанде, а не нам с вами. Читание Чайтамрити говорится: «О Харидасу, Нитянанда, приходите ко мне». Это моя просьба, идите от двери к двери и повторяйте Кришна нам. И если мы, и вот если мы находим, имеем связь с Гурувагой, то проповедь, она произойдет. Я повторяю это три раза. Какие-то люди могут сейчас как-то против нас выступать, но в дальнейшем они поймут, что мы были правы и попросят прощения. Бхарат Махарадж, он совершил единственную ошибку под именем Бхагават Севы. Он... Он думал, что служить Алиненку — это тоже Бхагават Сева. Но концепция Рунти Дева, она была полностью научна. Если кто-то что-то спрашивал о царе: «Дай мне воды, я очень голоден». Хотя не было воды. Он сам постился 46 дней, но и молился Господу: «Господь, таким образом я хочу служить Тебе и Твоим творением. Я в каждой дживе вижу Тебя». И с такой материальными представлениями, если будем служить материальным людям, то сами станем материалистами. Но он достиг успеха в этом, поскольку видел Господа в каждом сердце. Но Бхарат Махарадж, он совершил одну ошибку. Он тоже служил оленю, олень тоже материален. Но он думал, что служение оленю — это также косвенное служение Кришне. Но несмотря, что он был очень возвышен, достиг великого успеха, но в процессе того, что совершил эту ошибку, он пал. Смотрите, Бхагаван Гауранга Махапрабху присутствует ли он везде. Мы должны осознать это. Мы должны осознать, что Гауранга Махапрабху присутствует везде. И пытаться делиться этой харикатхой со всеми, чтобы они смогли узнать о настоящем. И вот гопи говорят, И вот гопи приводит пример, как эти пчелы собирают мед. Если мед кончается, они улетают в другое место. И также гопи приводит такой пример. И хотя гопи, они приводят такой пример. Но все же мы не должны превратно понимать его. Они из-за огромной любви в своем сердце, они говорят так, но мы должны позитивно все принимать. Они говорят как человек, который наслаждается женщинами до тех пор, пока они красивые, молоды, прекрасно выглядят, но после этого бросают их, когда они постареют. И этот пример они приводят, как боль своего сердца. Кришна, он единственный наслаждающийся. И гопи, они чувствуют великий успех.
том, чтобы Кришна придет к ним, чтобы взять их мед буквально. Если Кришна приходит подобно пчеле на цветы гопи и возьмет мед оттуда, то гопи, они очень чувствуют себя очень счастливыми, чувствуют необычную, величайшую удачу, но все же из-за смирения и такой любви они говорят так. Хотя с примером какой-то материальный, но гопи, они так не думают. Если Кришна подобно пчеле при... прилетает к ним, то они очень довольны этим. И вот после этого гопи, они не жалуются, это их, такие все жалобы, так называемые, это проявление их любви. Я видел в своей собственной жизни один богатый человек, он начал пить вино и посещать проституток. Очень богатый человек был. И постепенно все деньги его, они пропил все, в общем. И, будучи нищим, пошел к той же самой проститутке, на которую потратил кучу денег. Она его выгнала и сказала, что денег нет, у тебя поэтому провалил. Ганика на санскрите и на бенгале, значит, проститутка. И те проститутки, они развлекают клиентов своих, пока у них есть деньги. Можно видеть в каких-то этих гостиницах тоже такое же отношение к клиенту. Пока есть деньги, они как-то можно находиться, жить там какое-то время, деньги кончаются, то таких постояльцев выгоняют. И вот гопи, они с таким сладким чувством говорят. Если какой-то царь бесполезен, не может позаботиться о своих этих подданных, и в этом случае говорится, как проститутки покидают этих своих клиентов безденежных, так и царь, который не может ничего сделать ради блага своей страны. Одито бидва ачарджам риттижо датта дакшина. Одито бидва. You are learning education in college, school, no? After that you are coming in a teacher concept. Follow. Кто-то получает какое-то образование. Одито бидва. В какой-то школе. Если мы что-то узнали от такого-то гуру, но в то время, когда мы учились, наше настроение обучения было другое, когда вот я учился, была практика, что если мы увидим учителя, даже школьного, нужно было поклониться и взять пыль с его лотосных стоп, показать ему почтение таким образом. Но сейчас традиция ушла. Если мы что-то узнали у кого-то, мы должны выразить почтение, как-то служить этому человеку. Особенно если он гуру. Но сейчас такого уже нету. Просто люди что-то учат и
покидают своего учителя. Те, кто совершает яги для меня, если мы, например, пригласили каких-то браманов, паддинтов, если яги закончена, можно какие-то пранами дать, они уйдут. И те, кто совершает яги, можно пригласить каких-то браманов, вайшнавов, которые совершают яги. После того, как яги кончилась, нужно раздать дакшину. Те, кто птицы сидят на этих деревьях, на деревьях можно видеть, они сидят там, пока есть плоды. Когда плоды на деревьях кончаются, то птицы улетают без всякого сожаления. Если дерево полно цветов и плодов, то птицы с радостью посещают такое дерево. Если нет, то они улетают без всякого сожаления. Например, какие-то гости пришли в наш дом. Гости долгое время не живут в доме этого, куда пришли, мы выражаем какое-то почтение, и потом эти гости уходят. Когда лес, где множество этих оленей живет, если там начинается пожар, внезапно, если там пожар начинается, то эти животные без сожаления, без промедления убегают с того места, где начался пожар. И джара, те, кто такие бесхарактерные, такие пошлые люди, которые которые совращают жен других людей и потом оставляют их. И здесь глубинное значение этого джара значит. Это множественное число. И вот здесь говорится, почему Шукадев Госвами использует это слово джараха. Ратам стриям значит, например, если какой-то пошлый человек привлекается какой-то чужой женой, наслаждается ею, и но здесь гопи хотят сказать, Шукадев Госвами уже сказал во время Расалилы, что они по воле Йогамайи, у каждой гопи свой этот респективный муж. Они чувствуют, и вот они общаются с Кришной, Кришна, он един. Они все, и все эти гопи чувствуют влечение к Кришне и Кришне. Он Джарапати, он как бы не их муж, но он муж всех живых существ. И также Кришна пребывает в сердце каждого. То есть они все любят Кришну. Но почему? То есть как бы онтологически, но не сказать, что это неправильно, поскольку Кришна, он единственный наслаждающийся, но все же Бхагаватам, Шукадев Госвами Парикшит Махарадж говорит, что те гопи, и вот Парикшит говорит Шукадеве Госвами, что те гопи,
Они не знают, что Кришна — Верховный Господь. Они любят Кришну как какого-то постороннего человека. И Парикшит Махарадж говорит, они не знают, что, они, что Кришна — Верховный Господь. Они чувствуют влечение к Кришне, но не думают даже, что Он — Верховный Господь. И потом Шукадев Госвами отвечает, что внешне они думают, что Он — Джарапати. Действие их влечения, оно авторитетно и наивысшее, поскольку Кришна, Он — Верховный Господь. Я говорил, что когда Госвами говорил, я говорил внутри всех, Кришна, тот же самый Кришна пребывает, и поэтому нельзя сказать, что это не авторитетно, все правильно или неправильно это. И гопи не любят Кришну, и они достигают наивысшей цели Кришна Премы. И вот тот, кто пребывает в сердце, и в их сердце, в сердце каждого, он Кришна. И ради этой Расалилы иногда можно видеть, что они воспринимают Кришну как какого-то постороннего человека, но Кришна, он их вечный муж. Я хочу цитировать некоторые стихи. И вот я могу сделать заключение по милости Шрилы Прабхупады. Все их тело, ум, жизнь и душа, все. Эти гопи, их тело, ум, речь и вся душа. Они находятся у лотосных стоп Кришны. И с таким, таком состоянии они теряют свое терпение и говорят, поскольку их тело, ум, речь, оно все находится у Кришны. И Кришна Према, она приполняет их, и они говорят таким образом. И вот Удавджа, они не помнят, что Удав, он посторонний человек.
Они настолько стыдливы, что никогда не говорили ни с какими мужчинами, они знают только Кришну. Но сейчас Удав, он внешне, он посторонний, не живет в Радже, но они забыли об этом тоже. И в индийской культуре, в ведической культуре какая-то женщина говорит с кем-то, она должна закрыть лицо этим тканью и не смотреть на того человека. И вот они начали плакать и говорить о лилах, которые они помнили с Кришной. Они начали вспоминать все Кришна-лилы, как будто Кришна-лила перед ними. И начали плакать, они расплакались. Они не могли сдержаться. Даже Удав был посторонний человек, но они не смогли сдержаться. Локикаха значит обычный этикет. Когда Гурудев пришел, например, мы должны встать, нам не Локикаха значит такое хорошее, достойное поведение. Мы должны вести себя должным образом, но они потеряли терпение и не вели себя по-другому. Вот они потеряли всякое терпение и начали плакать, расплакались и начали петь. Воспевать различные славу различных лил Кришны и Шукадев Госвами очень умен. И вот Шукадев Госвами говорит те гопи, они помнили все Баля лилы и Кайшор лилы, эти лилы в этом. В детском возрасте. И вот они помнили Расалилу, Гавардхан, Дари лилу. Кришна был сыном царя, поэтому выглядел так. Это Гавардхан лила, Раса лила, различные лилы Кришна являл, и Агасур, Бакасу, так множество лил он совершал. Перед тем, как оставить Враджадаму, и вот они оставили стыд. До этого они стыдились, но потом они начали воспевать славу Кришны, великолепные лилы Кришны. И вот мы должны понять ситуацию. Удав Махарадж не знал, что ему делать. Он чувствовал себя беспомощным.
Он думал, как он их переубедит. Кришна послал меня. Я не могу ничего сделать. Как исполнить его указания? Я беспомощен в виде состояния гопи. В таком состоянии, как я могу что-то посоветовать им, какое-то послание от Кришны донести? Как я могу сказать им? Не было никаких вариантов. Удав, он был очень удивленный, видя настроение гопи, он просто не нашел ничего, чтобы сказать. Он был просто восхищен, удивлен ими. Он был бессловесен, он не знал, что им сказать. Это было вне его компетенции. И Шукадев Госвами дальше говорит. И вот Шукадев говорит. Шри Шукавача. Гопиридам авашата, авашата. Ато Шишукавача, ато Удава. After watching this kind of condition, и вот Удав, видя такое их состояние, он пытался что-то сделать. Пожалуйста, он говорил: у меня есть послание от Кришны. Кришна послал послание вам. И он повторил имя Кришны несколько раз, когда Радхарани. Она была без сознания, то гопи повторяли имя Кришны. И когда Гуранга Махапрабху тоже был без сознания, то все преданные не повторяли имя Кришны. И это было лекарство. И вот когда они повторяли имя Кришны, то они выходили из такого состояния. И Удав также говорил: слушайте меня, слушайте. Кришна, Кришна. Он послал послание вам. И когда он повторил имя Кришны, то они как-то приходили в чувство. И вот Шука говорит. Они готовы помереть без не видя Кришну. Даже секунду они не могут подождать еще, когда Госвами говорит. Когда Удав Махарадж, он увидел их бесконечное желание встретиться с Кришной, то тогда Удав начал повторять имя Кришны. И вот он начал говорить послание Кришны. Это обширное послание. Вначале всего, я хочу это произнести, иначе не будет это заключение. Я, по крайней мере, задену. И вот гопи, когда сказали так, Удав, он был беспомощен, ждал. И вот Удав, он смотрел, я не все говорю, а кратко, поскольку очень сокровенные вещи. Времени у нас не хватает. Там множество сокровенных вещей, которые посторонние люди не могут понять. И что же там? Там множество видов настроений Радхарани. И множество настроений, как они развиваются. И вот Радхарани
Иногда Радхарани сидит и видит, какая-то черная пчела прилетела к ней. Это шмель. И Радхарани, она в Адхиру Абхаве, в такой наивысшей степени Адхиру Абхаве, она как сумасшедшая говорит с этой черной пчелой, шмелем. И Радхарани, она начинает говорить с этой пчелой. Кратко объясню это. Даянте Кришна Сангама Прио Прио Прасхапитам Дутам Калпит Тведам Абобрид. What speaking? Very clearly here. И что же говорится здесь? Мадукарам Дришва Даянте Кришна Сангама Прио Прасхапитам Дутам Калпит Тведам Абобрид. Very nice to pronounce it. Very nice. You can hear. Качит. Качит. По воле случая одна черная пчела прилетела к лицу Радхарани, и Радхарани начала выражать различные волны Бхавы, как в океане можно видеть множество этих волн, также в Радхарани множество чувств возникло. Она начала говорить: «Ты посланник Кришны, твой господин, он обманщик». И вот Радхарани начала говорить с этой черной пчелой. Кашчит мадукарам дришва даянте Кришна сангама прио прастапитам дутам калпаиттедам абобрид. И вот Радхарани сейчас думает, что ты посланник того обманщика, я знаю. И ты хочешь как-то польстить мне, утешить, но лесть не поможет мне. Я знаю, что ты прилетела от обманщика. Кучо белули, белули тамала, кумкума срушну бхирно. I cannot discuss. It is beyond your range. I can speak this much. Madhupo, Radha speaking, hey Madhupo. Вот Радхарани говорит: о, так кто пьет мед с цветов, не прикасайся к моим стопам, у тебя нет права. И таким образом Радхарани начала выражать такие различные чувства. Различные чувства Бхавы. И это за пределами нашего понимания. И вот увидев такую боль этих гопи, такую наивысшей степени, их чувства, Удава начал говорить им то, что услышал от Кришны, и сказал: «О, слушайте, подождите, у меня есть послание от Кришны для вас». И тогда они как-то пришли в какое-то чувство, сказали: «Хорошо, что за послание?» И тогда он начал, Удав начал говорить: бесчисленные миры могут поклоняться вам, Удав. Он приводит такой аргумент. И Удав говорит, что бесчисленные миры, они будут поклоняться вашим лотосным стопам. Вы достигли наивысшей степени этой божественной любви, и я хочу донести до вас послание Кришны. И Удав, он говорит о своем личном опыте. Ваша цель, несомненно, успешна, поскольку вы достигли такого чувства любви, такой премы, которое практически невозможно.
Васудеве Бхагавати Джасам Ити Арпитам Манаха. Ваше тело, речь, все находится у лотосных стоп Васудева, и вы достигли величайшего успеха в жизни. Различными видами жертвоприношений, раздачи милостыни, ягьями, джапой, чтением духовных книг или контролированием органов чувств и всем остальным. И вот всеми этими видами баджана, какова же их наивысшая цель, чтобы обрести Кришна Бхакти? И вы достигли этой наивысшей цели. И обрести Кришна Бхакти — это наша наивысшая цель. Но вы ничего не делали, но достигли успеха. Вы не совершали ни джапы, ни тапы, ни аскез никаких, ни покаяния, ни медитации, но вы достигли этой наивысшей цели. Удов говорит, сейчас нужно к следующей главе перейти, времени мало, и Удов говорит, я получил великий урок. Я удивляюсь, я благодаря вам я усвоил наивысшее. Благодаря общению с вами я понял, чего, какой наивысшей цели душа может достичь. Я чувствую, что я достиг успеха хотя бы в осознании этого. И вот те муни-риши, те, кто велики преданные, они не могут достичь успеха. Вот что же он говорит. Павати, вот проповедь значит, если мы достигли успеха в том, что вот здесь бхакти в чем-то сердце, то это и есть успех. Люди не все понимают, думают, что что-то другое, но подлинный успех проповеди в том, чтобы вложить бхакти преданность в сердца других. Это и есть суть и успех проповеди. Даже муни-риши не все могут достичь успеха в этом. Но Удав говорит гопи, что вы, благодаря вам, вы показали наивысшую цель бхакти всей вселенной. Вы оставили своих отцов, матерей, детей, семьи и все остальное ради Кришны. One message, at least I can speak one message of Krishna, because otherwise it will take long time. See Bhagavan. И вот Кришна, послание Кришны, Бхагаван послал послание своей собственной рукой написанное. Но так или иначе, Удав он письмо не дает, поскольку если бы он дал им письмо, они бы
Но поскольку они плакали, то все слезы они бы намочили это письмо, и от него бы не осталось ничего. В смысле, текста, буквы бы все расплылись. И поэтому Удав, он читал это письмо сам вслух. Бхагаван Шри Кришна говорит, верите мне или нет, но со всеми вами нет разницы между вами и мною. Вы чувствуете Випраламбху, но знаете, что нет разницы между вами и мной. Я имею с вами уже огромную связь, но вы думаете, что я отделен от вас. Нету разницы между мной и вами, Кришна говорит. Кришна говорит, что нету разницы между мной и вами, я всегда с вами. Нету вопроса разлуки нашей. Я не могу более подробно объяснять, но подобно я везде пребываю, особенно нет разницы между мной и вами, но все же вы чувствуете разлуку, и Кришна приводит множество примеров, чтобы гопи так или иначе не сдержались. Так много вещей Кришна говорит. И вот Удава, он в итоге говорит заключение, заключающие вещи. В лесу та Атура Салила, которую я совершал вместе с вами. Кришна напоминает, что те гопи, которые не могли выйти из комнаты, поскольку их эти родственники закрыли их в домах, Кришна сказал, что они оставили тело, и в тонком теле они пришли ко мне. Благодаря медитации на мои лотосные стопы они достигли меня, и таким образом Бхагаван Шри Кришна, он различные послания говорит, и в итоге Удав говорит, сегодня я так много узнал от вас. Today I am going to learn. I am going to learn so many things. You, Anna. Udav went to worship. Удав, он начал поклоняться всем раджа-гопи и говорит им: я сегодня обрел наивысшее учение, сокровенное учение от вас всех, и вы поклоняемы для меня. И они Кришна Шакти, они все поклоняемы. И вот Удав, он говорит, что я достиг успеха. Я Yeah.
лата-аушадина. Джаду-стерча-сарджана-маджу, патанчитва, бхеджу-мукунда-падамим, шутвим-бимиграм. This is the absolute truth. Это абсолютная истина. Шрила Прабхупада говорит, абсолютная истина, а это не что-то дешевое. Я в один день смогу объяснить. Шрила Прабхупада говорит, абсолютная истина — это не что-то дешевое, что с помощью голосования можно это прекратить. Это абсолютная истина — это не что-то дешевое, что с помощью голосования можно предотвратить распространение этой абсолютной истины. Абсолютная истина — это не что-то, что можно как-то убить. Абсолютная истина — это не то, что можно взять и как-то просто убить. Сегодня или завтра абсолютная истина, она будет проповедуемая по всему миру. Верите вы или нет, но мы должны иметь такое уверенность в нашем сердце. И вот Удав плачет и говорит, что я хочу стать пылинкой на лотосных стопах этой Враджа-дамы. Я хочу хотя бы в форме растения получать пыль с их лотосных столб. One important thing. Yesterday, out of emotion, I forget to speak that Guru Maharaj give me. И вот вчера я забыл сказать, что Гуру Махарадж дал мне Бабаджи-веш в Пурниму сегодня. В Расапурниму. А в следующий Расапурниму Гуру Махарадж оставил свое тело вчера из-за преполняющих эмоций. Забыл сказать, что в эту Расапурниму я получил Бабаджи-веш, а в эту же Расапурниму в следующем году Гуру Махарадж оставил тело. Thank you.